Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Эдисон, и сегодня со мной играет Фрэш. Всем привет. Да, мы решили поиграть такой новый режим на сервере Hypixel, который называется Vampir Z. Vampir Z. Это сам сервер построен на карте от самого Hypixel, то есть он переместил свою карту на сервер. И получилось достаточно интересно, то есть популярнее, чем сама карта. И недавно, на самом деле, это сервер... Так, где? Стой на спауне, даже никуда не уходи, стой просто на спауне. Вот. Это, вот, я тебя вижу, но я опять не могу вот отойти. Прикол, я стою на месте опять. Ха. А, всё, сейчас я куплю себе меч, подожди. Ага. Короче, сначала эта игра была только для випов, но потом, не знаю почему, ну, решили перенести. А нет, это просто была бета, понимаешь, а бета тестировали на випов. А, ну и сейчас как бы могут играть даже простые игроки, ну, в смысле, не випы. Ты тут? Да. Сейчас, я хочу деревянный меч на фараспект купить. Ну, Зачем? Давай. А всё, погнали. Давай, ты беги, я за тобой. Да, давай, за мной, я эту карту хорошо знаю. Ну, давай. Вот две карты. Жди, ты куда убежал? А у меня тошнота началась. Давай в этом. Я около спавна. Да? Я на спавне, я у тебя жду на спавне. Да я тут уже, я выбежал с дома и за тобой побежал. А, вот, все побежали. Ну, вампир! Вампир. Два вампира. Я его поджог, поджог. Вот он. А, сейчас убьют. Бьём, зажали. А меня убили. А, это... Я вампир. Получается... Это хреново. Не бей меня, начальник. А как тут Night Vision покупать? Я знаю, тут такое есть. У тебя вампир, и ты так Night Vision. Да. Кстати, сейчас расскажу немножко про режим. То есть, ну вот, мы играем, вы такие думаете, что за бред. Вот. Но смотрите, тут есть, так скажем, две команды. Это вампиры и сервайверы, которые выжили какой-то там бомбой, там появился вампир, да? И из всего появляется один вампир, который будет постепенно уничтожать других игроков. Вот. И уничтожать, да? И эти игроки появляются вампиры, как и, ну, как и всяких там фильмах, вот. И суть этой игры выжить, то есть нам надо выжить, а вампирах победить, то есть очень круто. Кстати, вот у Survival у них маленький обзор зрения, и у них слабое оружие вначале, но можно покупать за коинсы или за меч, ой, железный пропал, а все, он тут, или можно покупать за голды. Тут такое мясо на спауне ты видишь? Нет, я около спавна, я не вижу. Меня уже убили. Ну, в принципе, я вижу, да, через ники. Смотрите, вот, и, короче, все такое происходит, вот, всё. Да. Смотри, тут можно купить золотое яблоко для випов. Ну, в принципе, прикольный такой режим. Надо мясо покупать, я забыл, надо мясо покупать ведь. Уже 13 вампиров и еще 7 сурвайверс. О, господи! Я вышел, мне дали ночное зрение чуть-чуть. Я посмотрел, там 4 вампира такие. Офигеть, 4 сервайвала, а я остался. Один. Ты остался? Ну сейчас я тогда иду. Ну не убивай меня, пожалуйста, если найдешь меня. Не убивай. Ну приз. Не надо. Ай-яй-яй. Плохо. Если найду. Лежать, сидеть. На меня показали. Там, знаешь, такая фишка есть у вампиров, что показывает. Все, меня нашли, короче, сейчас убьют. Показывает, где сервайвал. Вот, и, короче, вот такой вот огонь показали на меня и нашли меня. Я убил одного этого вампира. Мне дали плюс 20 крови. И ты жив? Крови? Нет. Ну, у вампиров кровь. А ты что, уже вампир? Да, я уже вампир. А сколько еще чуваков осталось? Еще один. Не, сколько? Да, еще два. Хотя этот сервер, вот он недавно вышел для нормальных, он все равно лаганный, то есть для випа был намного лучше. Мне кажется, это из-за того, что, как его зовут-то, то, что как бы люди, там были только випы, да, раньше, а теперь и люди, то есть где-то в 5 раз нагрузка сервера больше, вот, и мне кажется, ничего не изменили с бета-теста, то есть лаги только больше стало. То есть мне кажется, опять будет рестарт Hypixel, где опять будет бета-версия какого-то. Кстати, скоро будет все больше и больше режимов, то есть через
2 месяца Hypixel хочет сделать еще один новый режим. Какой, знаешь? И названия нет, но что-то там, по-моему, что-то Little, что-то такое, короче, маленькое что-то. Что там делать, не знаешь? Не, ну он только там в Твиттер что-то написал, но я не читал, мне просто рассказали. Там видео сделали. О, все, мы выиграли, отлично. Ну, в принципе... Нет, подожди, мы еще не выиграли. Написала Vampire Swim. А, мелкая, значит, а вот теперь Vampire Swim. Ну, я еще давай тогда один раунд, видео идет только 5 минут. Блин, у меня вообще-то вампир лагает. Ну, я тогда нажимаю на паузу. Так, и мы продолжаем. И мы продолжаем, и я появился вампиром. Да? Да. Офигеть, то есть тебе не повезло. Два вампира появились, и один я. С них как бы. Жесть, просто жесть напросто. Ну, в принципе, показать-то нужно, как играть из-за выживших и за вампира. Ну это хреново, что сразу вампиром как бы. Ну то, что ты коинсы не получишь, мало коинсов. Да. Точнее, даже не получишь. Да, вообще. Только кровь получишь. Потому что вампиры не получают вроде коинсов. Короче, тут... да. Тут столько людей в моем этом, в моем здании, тут людей так 5 точно. А, я даже не знаю, куда идти, где вы вообще. Ищи. В принципе, в здании. Да тут столько зданий. О, зомби. Зомби. Ай, вампир! Вампир? Это вампир был. Ух, нихрена себе, сколько тут народу в этом здании. Это мы. Я сюда боюсь даже заходить. Ну, в принципе, я тебя вижу. Сейчас залагало все. Тут столько народу. Ты блин, как будто я не вижу. О, это ты, да? Да. Иди сюда. Не-не-не. И что тут делать вообще вампирам? Да тут столько народу, что сдаёт. Просто убивать. Тут люди с железными шмотками. Успехами, да, да. Еще на Fire Aspect там столько. Я боюсь даже... А меня уже убили. Знаешь, как меня убили? Короче, я бегу за пацаном в дом, он забегает в дом, а там засада еще где-то 10 человек. И они просто-напросто за мной закрывают двери и начинают все месить. Тут вообще нереально. Как тут 2 начальных зомби, 30 обычных игроков? Как это можно вообще их убить? Я не понимаю. Сколько у меня голда-то? У меня 35 голда. Я лучше накоплю себе на броню какую-нибудь, на железную обычную, там 100, например. Во, уже 3 вампира. Отлично. Да, это вообще жесть полная. Это не повезло, что я сразу вампиром появился. Угу. О, еще 2 вампира появились. Еще один. Бьем зомби. Где они? Я ножи коинс. Зомби. А, он меня бьет. Зомби-железник. Ага. Я его убил, супер. Там все его начали бить, я как бы в конце его убил. Тут столько народу, что я даже боюсь подходить к вам. Я куплю себе картошку. С яблоком. О, господи, кто тут? Это я был. А я тебя вижу, я тебя вижу. К вам тут 3 зомби идут. А я похожу за ней и пытаюсь найти вход. О, нашел. Да убей ты уже этого чудика. Зомби. Чё вампиры такие вообще слабые? На самом деле они очень сильные, просто это они мы владелись очень сильно. Они мы очень тоже слабые, я короче... О, сколько зомби. О, я нашел тебя. Потому что на Night Vision дали чуть-чуть. Но я тебе не стану брать, потому что я убил зомби. Да, тут короче все для випов. Покупай менюшки.
Поэтому ну, это не очень прикольно. Для вампиров там почти все, да. Да. Да ну нафиг, да я боюсь даже подходить к людям. У меня уже почти 50 голда. Ох, как вы заколебали. Вампиры очень слабые. Я честно говорю. Я знаю. А зомби-то сильнее. О, это ты, да? Во, я убил пацика. Отлично. Ой, я зомби убил. Есть, второго зомби убил. О, зомби. Значит, это ты! Ты, говнюк! Да? Это ты? Вас и двое. Да. Я пошел отсюда. Тут такое мясо, ты себе не представляешь. Да я видел, на отвиженном. Гребаный зомби зашел в нашу квартиру. Да харе меня поджигать уже. Мы опять залагал. Я убил только одного человека. И я его бил полчаса, плюс к тому его убили еще и зомби. Я говорю, тут вообще, я не знаю почему, но вампиры, мне кажется, очень слабые. Во, я убил еще одного человека. А, не я убил. Ну, в принципе, я ему неплохо так жизни снес. Ох, меня бьет, интересно. Я за Халком бегу, прикинь. О, отлично. О! Тебя убили, фигеть. Да? Да, это так эпично было. И вообще лагает опять мой этот. Баганый, просто баганый, ребят. Чё? Не знаю. Баганый варзи. Дорабатывать надо. Варзи? Ой. Вампир. Вампир Зет. Варзи. Ну, в принципе, там тоже про зомби, как я знаю. Да-да-да. Дейзи. Да. И в Варзи тоже есть такое. Да. Все на Z, потому что как бы зомби. Вот. Как бы. Вот. Тут вампир, как вампир зомби, да? А вот, например, Дейзи там. Не знаю, а вот Варзи это война зомби. О, бьем людишек, бьем людишек, бьем людишек. Все, бьем сейчас чувака этого. Да, меня убили. Да я отвечаю, тут эти вампиры такие слабые, что сдуреть можно. Я чувака убил. А, нет, он так водил. Ей, чувака убил. Чувак, под зап. О, я могу прыгать высоко. Я купил себе какую-то фигню. Сколько еще там сурвайверов осталось? ХЗ. Еще 5. В принципе, еще нормально. Вот еще тут железненько рядом убили. О, все, вот нашел. Че? Логово. А, все, их убили. Тут столько зомби, 73 штуки. О, я железненько вижу. Я тоже, да, за ним такие куча зомби бегут. Да. Зомби пропали. Это. Не знаю, что это. Да чувак, убейте, блин. Вы уже вот зря. Это ты? Я не знаю, я бью. Его бьют три. О, меня убили. Этот чувак убил трех вампиров. А, все, его убили. Конечно. Не, все, мы убили. Слушай, если он железник, ну его убили три вампира, и он успел убить двоих. Это нормально. Понимаешь, это то же самое, там, если в жизни там три гопника нападут на чемпион мира по боксу, кто выиграет? Три гопника? Да. Да. Если они с ножами. Ну ладно, я думаю, на этом уже можно заканчивать. Мы сыграли две игры. Я не знаю, выиграли, нет, вроде не выиграли. Ну, в принципе, это такая какая-то. Ты выиграл вообще один раз, как бы вампир. Да. И теперь, в принципе, я тоже выиграл два раза. Ну. Конечно, лучше выигрывать с сурвайвером. Да, потому что там дают 500 голда, а у коинсов, а за коинсы можно покупать голд, а за голд. Да, а вампирам вообще ничего не дают.
Так что вампирам вообще ничего не дают. Мне не дали даже вроде ни одного кола или может пару. Нет, когда ты убиваешь человека, там дают тебе. Пару. 5 коинсов. Ну да. А за победу вообще не дают, а сурвайверам дают. Ну я думаю, все, думаю, на этом можно заканчивать. Если вам понравился этот режим, то ставьте лайки, и мы продолжим вместе снимать с Фрешем. И всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наши каналы. Всем удачи, всем пока. Пока-пока.